РОИ «Перспектива» при поддержке Совета бизнеса по вопросам инвалидности представляет программу по трудоустройству «Конкурс «Путь к карьере» для молодежи с инвалидностью», благодаря которой за последние 3 года прошло 15 стажировок в международных компаниях. 22 финалиста устроились в крупные компании. Возможно, ты тоже давно мечтаешь работать в крупном международном бизнесе. И если ты учишься или закончил вуз, успей подать заявку на ежегодный конкурс «Путь к карьере». Тогда и у тебя появится шанс попасть в число участников конкурса, по итогам которого компании-работодатели рассмотрят тебя на стажировку или открытые вакансии. Все тренинги проходят в международных компаниях. 2 месяца подготовки и 1 день финала. Ради шанса трудоустройства тебя ждут удивительные встречи, увлекательная командная работа, интересные бизнес-игры, лучшие специалисты по трудоустройству, бизнес-тренеры и спикеры из компании Совета бизнеса по вопросам инвалидности, командная поддержка, яркие тренинги, серьезные собеседования, преодоление себя и много положительных эмоций. Они уже нашли работу своей мечты. Теперь твоя очередь. Присоединяйся к конкурсу «Путь к карьере». Конкурс полностью доступен для людей с инвалидностью. Раскрой свой потенциал. Ждем твое эссе на тему «Я и моя будущая работа». prog.trud@perspectiva-inva.ru. Подробности на vk.com/perspectiva_конкурс.